Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Брисбена. Сегодня немножко другая тема. Я хочу поговорить о кофе. Как ни странно, это видео пойдет опять-таки в серию «Поверьте мне, я не доктор», потому что в конце концов я окунусь немножко в биологические процессы, как кофе влияет на тело, на разум человека и что вообще оно делает. Было немного вопросов ко мне, я хочу пару озвучить, чтобы понять, на какую тему делать видео. Первая тема была, я немного спал прошлой ночью, я хочу, чтобы у меня была энергия, я выпью кофе. Это интересная тема, меня люди спрашивают, действительно ли кофе дает энергию. Интересная тема, я создам на это видео. Вторая тема – это я не сильно хорошо спал вчера ночью. Мне нужно, чтобы кофе меня разбудило. Как вы думаете, кофе у вас действительно будет или это эффект плацебо и ничего не происходит, просто у вас ассоциация с выпиванием кофе? Тоже интересный момент. Это будет отдельное видео, потому что в биологическом процессе то, что вы верите, вам кофе дает энергию, и то, что видите, у вас кофе пробуждает. Совершенно два разных процесса, если они есть, я их потом отдельно расскажу. Третий момент, который мне люди задают вопрос, мне кажется, у меня привычка пить кофе. Я не могу выйти дома, из дома не выпив кофе, ни для энергии, ни для пробуждения, просто привычка выпить кофе. Есть ли в этом какая-то проблема? Очень интересный вопрос, потому что это немножко затрагивает тему, не скажем наркотикам, но привыкание к чему-то, к чему человек, скорее всего, не должен привыкать и может жить без этого. Да? И я думаю, последняя тема, которая, в принципе, относится к прошлой, мне нравится вкус кофе. Я просто его пью, не дает мне энергии, ничего, я просто пью кофе. Я могу его не пить, но пью кофе, потому что мне нравится. Создать отдельное видео на эту тему. Если какая-то проблема с питьем кофе. Кстати, напишите мне в комментариях, как вы пьете кофе. Вы пьете его с сахаром, вы пьете его с молоком, вы пьете его со сливками, вы пьете его с жиром, вы пьете растворимый, вы пьете черный, вы пьете с карамелью. Мне просто интересно, как люди выпивают кофе, потому что я, скорее всего, привяжу будущее видео к процессам похудения, диабета, привычки и разума, и также насколько полезно или не полезно пить кофе. Это было видео сделано не для того, чтобы кого-то что-то научить, чтобы начать этот разговор о кофе. Я хочу узнать, что вам хочется узнать о кофе. И на эту тему я создам видео. А пока что, пожалуйста, если вам нравится это видео или другие видео на моем канале, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Пожалуйста, нажмите на этот колокольчик, чтобы не пропустить ни одно видео, которое я записываю. И я пока что стараюсь записывать одно видео в день, если пока у меня есть время. Если время закончится, я буду делать меньше. Но если будет просьба писать видео, я буду находить время их писать. Большое спасибо за вашу поддержку. Гриша из Брисбена.